Слушайте «Радио Вера» 5 раз в неделю с 8 до 10 утра на волне 96.1 FM в Ванкувере или на сайте veracanada.fm. 7:01 в Ванкувере. Друзья, всех приветствую, всех присоединившихся к нашему сегодняшнему вечернему эфиру на нашем канале Радио Вера ТВ. Подписывайтесь, не забывайте, под нашими страницами в социальных сетях, на Фейсбуке и Ютубе. Ну и что касается сегодняшнего нашего вечернего гостя, то, как уже было сказано в анонсе, известный популярный блогер, сегодня проживающая в Южной Каролине, Елена Никитская, будет нашим гостем. Кстати говоря, она уже к нам присоединилась. А этот эфир я традиционно проведу со своей коллегой Александрой Герсон. И приветствую и Александру, и Елену. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, Лен. Со знакомства с тобой я имею в виду сначала фейсбучный или YouTube, а сегодня уже живьем. Изменилось, например, мое впечатление о том, что такое блогер. Потому что буду с тобой откровенно, занимаясь радио уже почти 20 лет и работая на радио FM, и будучи, скажем так, где-то старомодной, я имею в виду без YouTube и Facebook, мне казалось, что это все несерьезные игры, на которые вообще не стоит обращать внимания. Это не журналистика, это что-то новое, наверное, интересное, очень молодежное, но очень временное. Ну, как выяснилось, я ошиблась. Сегодня эта индустрия набирает обороты, и замечательно, что этим занимается именно молодежь, потому что именно это поколение должно диктовать сегодня условия жизни, а не наоборот. То есть пожилые люди могут поделиться своим опытом, это замечательно, но, тем не менее, это одна эпоха, была другая, сегодня третья. Ты, можно на «ты», да, Лен? Да, конечно. Ты такой, ну, как сегодня модно говорить, продвинутый блогер. Я, прежде чем пригласить тебя, я послушала несколько твоих передач, и так как ты, никто не делает. И я даже, если меня спросить, что я имею в виду, наверное, у меня будет у медали есть две стороны, как известно. С одной стороны, есть очевидные вещи. Ну, ты молодая, красивая девушка. Понятно, когда увидишь такую блогершу, понятно, что захочется ее слушать уже только от того, как она выглядит. Ты очень хороший спикер. Это вторая причина, почему. Но это, понимаешь, такие причины как бы очевидные. Но есть что-то, что удивляет в тебе другое. Ты для такого колоссального опыта и манере твоей подачи, ты очень молодой человек, молодая девушка. Тем не менее, ты реально жжешь. Именно не скандальными ситуациями, а манерой исполнения и тем таким серьезным опытом, который непонятно каким образом у тебя есть. Поэтому, поскольку ты наша гостья впервые, я хочу тебя немножко спросить о том, как давно ты живешь в Америке, откуда ты приехала. И ты же, наверное, никогда не занималась этим раньше. Как так происходит, что у тебя это так получается? Во-первых, огромное спасибо. Я сейчас слушала про себя, думаю, так, это про меня так? Очень приятно за такие добрые слова и такую высокую оценку. Я приехала сюда в США 14 лет назад, и на самом деле у меня не было абсолютно никакого опыта в медиа. Мое первое образование – это экономист-финансист. Я больше там работала с цифрами. Но так получилось, что я попала в некоммерческую организацию, в одну церковную структуру, и волонтерила там по организации мероприятий, чисто случайно увидела у них ошибки в грамматике русского языка на сайте и сказала им об этом. Говорю, я просто могу вам немножко подправить, здесь вот так уже не выражаются, вы переводите с английского. На что они мне сказали: о, классно, ты будешь отвечать за наш сайт. На что я сказала: у меня нету опыта, я не знаю, как отвечать за сайт, я не умею. Ну ничего страшного, научишься. И с тех пор «не умею, научишься» стало моим таким кредом по жизни, потому что
Я, если я чего-то не знаю, у меня всегда такая мысль, это я сегодня не знаю, но а что мне мешает узнать или чему-то научиться? И вот так началась моя деятельность. Сначала просто это было поддержание сайта, потом я начала писать статьи, конечно же, я взяла там курсы журналистики, проходила, я помню, тогда к нам приехала известная ведущая АБВ Гадейки, я думаю, бессменная Татьяна, замечательная, тоже очень много таких навыков дала, поделилась здесь, в Сакраменто, в США. Ну и вот так с тех пор я полюбила Мир Медиа, как только появились социальные сети, я одна из первых, которая начала переводить туда организации, и я видела колоссальные возможности, потому что я не относилась к этому как к технологиям, до сих пор не отношусь. Для меня социальные медиа — это люди, это мир, это огромная вселенная, это по размеру больше, чем какая-либо страна, и если ты относишься к этому технически, без души, мне кажется, любое дело, оно не состоится. Но если ты действительно вещаешь о том, во что ты веришь, вот тогда оно воспринимается людьми. Я искренне говорю, я не рассказываю, не поднимаю никакие темы, которые там могут вызвать какой-то там хайп. Да? То есть даже если темы, которых я сомневаюсь, или я не уверена, или я знаю, что они сейчас классные, там какие-то трендовые, но даже сегодня, вот, например, была тема, просто все, кому только можно, не лень, вышли в эфир и рассказали, что самый популярный твит — это Pence Card. Это то, что сегодня, в третью неделю декабря, Pence, вице-президент, имеет право наложить, можно сказать, вето и отменить голоса в спорных штатах. И у него есть такое право на основе Конституции. Меня это в первую очередь смутило по нескольким причинам. Первое, что это стал самый популярный хэштег в Твиттере, а у нас сейчас нынче стало модно все правдивые новости ставить под грифом фэк-чекеров, фейк-чекеров, я их называю не факты, а потому что они в основном фейковые, спонсируются определенными левыми структурами, ставить, что это неправда. И я просто думаю, а где же вот эти вот грифы неправды, и почему Твиттер до сих пор не удалил все эти посты, если они правдивые, потому что мы сейчас всю правду скрываем, подчищаем, удаляем. Я не стала выходить в эфир, хотя я часа четыре эту тему знала, я видела, что она в тренде, можно было классно, сейчас все ее ищут, мне все задают вопросы, до тех пор, пока я не убедилась, что это оказался хайп. И действительно, это в Конституции не прописано, что он имеет право, как бы изучив этот пункт Конституции, у него есть право стимулировать штаты, которые не сертифицированы, или дать им возможность больше времени, чтобы они прислали голоса, но отменить голоса у него нет такого права. То есть вот, вот так. Но даже, к сожалению, уважаемые мной люди, журналисты, американские журналисты, они вот, ну, я не думаю, что они, многие сделали это специально, искренне верю, что, может быть, где-то недосмотрели, недоизучили, потому что новость действительно хорошая, как бы как за нас и мы. Вот. Поэтому есть понятие популярной темы, а есть понятие то, во что ты веришь, ради чего ты сражаешься, и то, какой это резонанс может вызвать в обществе. И если это пойдет на благо, я за такие темы, если можно какую-то социальную проблему вскрыть и она приведет не просто к какому-то обсуждению, как поговорили классно, пообсуждали, там, не знаю, повозмущались и ушли, а если она может сделать какое-то изменение, то эта тема достойна действительно прямого эфира. Хотя он и бесплатный пока, хотя и в эфир могут уже выходить, что тоже является и хорошим новшеством, и не очень, если раньше, я думаю, да, Александр. Ну, я просто хотела тебе сказать, что пишут наши зрители, слушатели по поводу твоего появления. Елена Фукс написала: «Молодцы, что пригласили Елену. Я ее очень люблю». Так что тебе признание в любви сходу просто. И я хочу поприветствовать и Олега Николенко, и Ивана Венгровского, и Ирину Косову. В общем, всех, кто подключился к нам уже. Спасибо всем. Денис? Да, спасибо, Лена. Я хотел спросить, вот многие, не многие, но некоторые все-таки вам возразят, да, я имею в виду в части того, что вот вы говорили о хайпе, о тех темах, которые сегодня насущны, актуальны и так далее. Вот, просматривая ваш YouTube-канал, вы долгое время говорили, ну, совершенно разные темы, да, то есть Америка, как в ней живется, что лучше сделать при, там, скажем, при переезде, как получить гражданство, ну, на совершенно разные темы. А вот где-то начиная как раз-таки с
пандемии, да, когда все это на нас обрушилось, вот у вас уже так более такая целенаправленная пошла, скажем, тематика именно касательно коронавируса, касательно пандемии. Я не говорю о том, что это плохо, да, то есть абсолютно нет, потому что это действительно интересно, и это важная тема. Вот. И в связи с этим как бы пошла популярность. Я вот просто смотрю по тому, как это все росло. И сегодня вот эта тема американских выборов, которая тоже абсолютно популярна, и о ней многие говорят, и не говорить о ней, наверное, невозможно и так далее. Вот все-таки, вот когда вы только начали заниматься видео, производством видеоконтента, я вот хотел спросить, какую цель вы преследовали, да, с чего вы начали, как вы видели вот этот начальный путь и как пришли в конечном счете к тому, вот о чем вы сегодня рассказываете, именно о тех проблемах реальных, насущных проблемах, которые сегодня происходят в Соединенных Штатах? Вы знаете, если посмотреть на мой канал и вернуться назад, на самом деле поднимались темы, которые я поднимала до карантина, нам вопросы вакцинации, принудительной вакцинации, отмены права там, закона SB 176, который лишает фактически у граждан нормальные процедуры медицинского отказа по медицинским показаниям с нормальными клетчащими врачами без участия бюрократов. Потом у меня есть прямые эфиры там, с участниками, которые баллотировались в Конгресс, в Сенат, с ассамблеймен, сотрудниками. Это было еще за год до начала карантина. Наверное, эти темы меня стали интересовать с рождением детей, потому что у меня есть двойняшки, которым 4 годика. Вы знаете, когда я понимаю одну вещь, что ты никогда не можешь, как говорится, там, обуть обувь другого человека, пока ты не попадешь в его шкуру, пока ты не поймешь. Я вам искренне говорю, если бы кто-то, наверное, лет так 4, вот как раз до рождения моих детей, у меня такой как бы был батл внутри исследования этой темы, потому что я понимаю ответственность как мамы. Если бы мне кто-то сказал, что, Лен, ты знаешь, есть родители здесь в США, которые, ну, они так с насторожкой относятся к вакцинации, потому что есть определенные случаи, их очень много, которые там вызывали какие-то мутации, повреждали здоровье, и даже среди нашего славянского комьюнити есть случаи, когда заканчивалось все летальным исходом. Я бы подумала, что это не вакцинируется, это кто, это амиши, это какие-то староверы, или они, наверное, на телегах ездят, может быть, они посуду как бы тряпками, или они, у них есть колодец, они там в реке вещи стирают, у них, скорее всего, машинок нет. То есть для меня это было вот как средневековье примерно, то есть я просто думаю, в каком здравомыслящем цивилизованном обществе мы все вакцинировались, в Советском Союзе, вопросы. Но когда ты начинаешь в эти вопросы входить, если посмотреть, вообще, у меня просто не было социальных сетей, я вам скажу, потому что, так как я работала в организации, у меня были социальные сети, но я работала через чужие страницы и поднимала их с нуля до миллионов. У меня были свои цели, и я умышленно когда-то в далеком 2008 и 2010 году я удалила все свои страницы, которые у меня были, 2008-2010, чтобы поднять на уровень организации, в которых я работала, потому что я верю, что у меня тогда не было своих целей на своих страницах, я не видела, зачем они мне нужны, выставлять очередную фотографию тортика или, я не знаю, какую-то кафешку, которую я посетила в США, то есть я не понимала, что, как я могу с пользой их использовать, но когда это были страницы организации, где в прямом случае слово можно было спасти человека от суицида просто специальным там постом, видео, и такие случаи были, да, то для меня это было намного важнее. А с появлением моих страниц, на самом деле, не было видно моей деятельности, но еще с 2008 года я участвовала в проведении, в организации таких митингов в Сан-Франциско под Конституционным судом за традиционную семью, традиционный брак, когда решался вопрос там узаконить радужные отношения, которые полностью нарушают конституцию страны или нет, и мы собирали целые автобусы, и тогда, в принципе, удавалось остановить законопроекты благодаря активному участию здравомыслящих людей. Просто у меня не было социальных сетей, чтобы выставить это все или там выйти в эфир и показать. Это было больше вот так на уровне или там через организации, ролики. Вот. И когда появились мои сети, я вначале, наверное, искала себя. Я пыталась понять, сначала для меня были одни важные темы. Потом, когда уже я готовилась к материнству и начинала исследовать эти темы, я поняла, что не все так просто. Чем глубже я копала, тем больше я касалась вот этих вопросов, которые волновали меня лично.
Спасибо, Лена. А вообще с чего началось? Почему вы решили все-таки выйти, ну, скажем так, в эфир, да? То есть это действительно было связано с тем, что вот вы хотели донести те мысли, о которых вы только что сейчас рассказывали, для широкой аудитории, да? Или еще какие-то цели у вас были? Вы знаете, я же вообще эксперт в диджитал пространстве, то есть в диджитал маркетинге. У меня есть сертификация, получаю второе образование в этом направлении, у меня открыта компания, бренд, есть определенные награды в этой области. И я ежегодно посещаю не одну конференцию, такую достаточно высокого уровня. У меня есть статус US Press, как интернациональный блогер. И я услышала, может быть, наверное, тоже лет 5 назад такую фразу, 4 от одной из этих конференций, когда они сказали, что бренды потеряют силу. В ближайшие 10 лет, скажем так, рынком или, можно сказать, медиапространством завладеют топы или лидеры мнений. Это будут люди. То есть бренды уйдут на второй план, организации. До этого, все это время я работала там на определенные бренды, организации, которые поднимались. И тогда, в тот момент, у меня прям, наверное, такая личная ответственность появилась. Я подумала, подожди, а кто будут вот эти лидеры мнений? Кто будут эти люди? То есть они придут и будут нам навязывать, я не знаю, какие-то развращенные понимания, там, антимораль, какие-то просто, ну, какое будет это общество? Кто будут вот эти люди, которые будут вести наших подростков, нашу молодежь? И я все мое послание с тех пор начала, приезжая там в какие-то организации, проводя семинары, начала говорить, ребята, среди вас есть те, которые должны занять это пространство, они должны стать лидером мнений. Вы уже есть лидер мнения в своем там обществе, в своем кругу, но выйдите на другой уровень, поделитесь своей четкой, ясной позицией, потому что, поверьте, если не вы займете эту нишу, ее займут другие. Но какую идеологию будут нести эти люди? Потому что иногда откроешь тиктокеров или инстаграмеров, там такая тьма тьмущая, что ты понимаешь, все, это крах. То есть там ты понимаешь, что люди не то, что книг не читали за свою жизнь. Самые длинные, наверное, книги, это у них были там букварь и посты в Твиттере. И это страшно на самом деле, потому что у них нет там основы классики, литературы, у них нет знаний там истории. То есть они основываются, в принципе, на трендах, там, на хайпах, что, с одной стороны, вроде как и неплохо, зачем там обращаться в прошлый век, да, там, как говорится, пытаться жить жизнью прошлого поколения, кто-то скажет. Но, с другой стороны, это же наша история, это же наше прошлое. Без нашего прошлого у нас не может быть будущего. Спасибо, Лена. Вот еще хотел я спросить, поговорить на тему того, что ну, мы как когда-то, да, мы, я имею в виду, там, люди, очень уповали на социальные сети, на интернет, говорили о том, что вот, наконец-то, воздух свободы, можно говорить все, что хочешь, нет цензуры, телевидение умерло, потому что в ящике врут, фейк-ньюс и так далее, и так далее. А вот интернет, теперь здесь можно высказывать любую точку зрения, никто тебе запретить ее высказывать не может, потому что это невозможно. В последнее время мы видим, что, оказывается, это вполне возможно, и вполне возможно цензурировать то, что мы говорим, и убирать контент, блокировать каналы, да, убирать неугодных, причем не стесняясь, абсолютно говорят, за что они это делают, да, там, если вы, например, не согласны с официальной позицией, допустим, там, Всемирная организация здравоохранения по ковиду, да, выступаете против, то, соответственно, вы не можете этого делать. Вот нам, например, так, не так давно пришло такое сообщение. Я знаю, что относительно выборов в Соединенных Штатах происходит то же самое. Вот как вы прокомментируете это, вот именно свободу, сегодня свободу в социальных сетях, и сталкивались ли вы вот именно с такими предупреждениями, вот с такой вот цензурой? Постоянно это как раз вот вопрос о целях, потому что когда люди спрашивают, говорят, вот это хайп, вы говорите об этих темах, о выборах, я говорю, да, если бы я занимала противоположную сторону, на этом можно было бы хорошо зарабатывать, потому что противоположная сторона, она не блокируется. На данный момент у меня не один страйк. YouTube не так давно собирал обо мне информацию, вдруг рассылая моим подписчикам
непонятные странные анкетки, в которых был вопрос, находите ли вы опасным контент Елены Никитской, как вы относитесь к ней самой, один из там 5-7 вопросов, которые они задавали. Одно из предупреждений, которое мне пришло на Фейсбуке, что ваш канал под угрозой, и периодически мне сносят очередное видео, кстати, это в основном все эти видео на тему вакцинации, и это видео не просто такие там «поговорим», это мое мнение, я слышала, мне какая-то мамочка сказала. А это сайты, где я открываю исследования, официальные ресурсы, я показываю все ссылки, я открываю исследования независимых экспертов в различных там областях, включая иммунологию, я открываю эти все ресурсы, предлагаю ссылки, я говорю, ребят, я просто вот читаю то, что написано вот на этих источниках, в этих исследованиях, где подписалось там 100 ученых под этой работой. И именно вот такие наисильнейшие, я бы сказала, мои работы, вот на данный момент как бы две за последние буквально 3 недели, они снесены. Мы превращаемся, мы попадаем в такую информационный концлагерь, где бы я сказала, где любое инакомыслие, оно неугодно. Потому что ты, вот я говорю по тем темам, которые я говорила, допустим, год-два назад, или даже в начале карантина, когда там заявила, что это ковид может быть как биологическое оружие в марте, то есть кличка конспиролог, шапочка из фольги и вот другие как бы вот эти вот эпитеты, они стали как бы рядом со мной возле моего имени, но когда через полгода об этом заговорили официальные сайты, об этом говорил Помпео в одном из прямых эфиров федеральных каналов, это как бы уже не конспирология, а норма жизни, понимаете? То есть мы всегда как будто бы где-то в хвосте идем. Мы не умеем реагировать вот на эти вызовы, когда еще можно что-то остановить. И меня вот, если честно, здесь сейчас очень сложно потеряться в информационном пространстве, потому что есть действительно максимально, я даже скажу, очень тяжело сказать максимально правдивая информация, но хотя бы пропущенная через призму субъективного мнения, потому что я тоже не могу, даже если я читаю там законопроект, перевожу его и стараюсь не комментировать от себя, все равно это в какой-то мере часть моего субъективного мнения. Но когда ты видишь вот такие вливы информации, ты уже начинаешь теряться, где правда, где ложь. Вот я помню вот реальный пример, когда начали приводиться законопроекты по продвижению в Калифорнии и, в принципе, в Вашингтоне программы по развращенскому сексуальному образованию. Разные законопроекты в Конгресс выходили, это вот в середине этого года было. И я увидела одновременно с этим, пошел какой-то новый хайп, нужно было всем срочно выйти в эфир, говорить про какие-то ящеров, про какие-то непонятные как бы понятия, про подвалы. Честно, сразу скажу, у меня нет такой прям четкой позиции на этот счет, я не опровергаю, есть или нет, я не была в этих подвалах, я лично не видела. То, что я знаю на 100%, что существует ли торговля людьми, конечно, существует. Об этом говорят. Существует ли педофилия? Нет, у меня был прямой эфир с депутатом партии в Германии, да, Бундерстага, который сказал, вот по всем каналам прошло, что более 30 лет 30 тысяч педофилов, целая база была вскрыта в Германии. Это официальные данные, это никакая не конспирология, есть уже имена, ведется следствие, расследование, официальное лицо было в эфире, сказала об этом. Я в это все верю. Но иногда к нам впрыскивается такая, знаете, информация, и она вроде как за тебя, да, все классно, там с чем-то Трамп борется, что-то происходит, и ты смотришь, все остановились, вся планета, давайте подождем, и тут в тот же самый день принимается законопроект, когда можно реально выйти на улицу, собрать подписи, остановить этот проект, и это будет материальное, то, что видно, то, что можно потрогать. И вот на этих наших эмоциях идет игра в одну либо в другую сторону, и в этом пространстве реально очень тяжело потеряться, потому что ты уже не знаешь, где недоправда, где псевдоправда, где фейк, и тебя до такой степени цензурят, и ты видишь, что вся правдивая реальная информация она удаляется, она вот под таким грифом ставится. А где вот такой вроде как бы за нашу сторону фейк, то его наоборот ему показывают, чтобы показать еще вот какие там люди далекие, посмотрите, какой фейк они сделали. Потому что фейки на самом деле они не удаляют. Лена, ты знаешь, о чем я сейчас думаю, слушая тебя? Ты только что сказала, что сегодня легко можно потеряться в медийном пространстве. Это, дорогая моя, не твой случай. Я впервые вижу человека, который бы был так искренен, так честен, вот так, как ты, сыграть нельзя. И я реально тебе говорю, я ничего подобного никогда не слышала. Я боюсь пропустить слово, когда ты говоришь. У меня к тебе есть такой вопрос. Вот Вадим нам написал. Скажите, пожалуйста, Елена,
Вот то, что происходит сейчас, чрезвычайное положение в Соединенных Штатах. Это вакцина, однополые браки, Black Lives Matter, то, что было совсем недавно. Все, что происходит сегодня, это сумасшествие, непонимание происходящего людьми. Кому все это нужно и для чего все это происходит, с вашей точки зрения? Вы знаете, у нас были в истории примеры происходящего подобного. Меня, наверное, не так пугает то, что в мире есть какая-то кучка как бы людей, которые на этом делают большой бизнес, и, возможно, даже не надо там делать из этого какую-то конспирологию, зачем, там какое-то тайное сообщество, но, в принципе, фармабизнес — это самый богатый бизнес. Он крутится на миллиардах долларов, то есть фармацевтические организации. Они уже давно сами, выставляя свои репорты, они сказали, что они не зарабатывают на таблеточках, они зарабатывают на вакцинации. Соответственно, чем вакцинация будет обязательной, тем больше средств будет, а еще главное, как они сейчас, это же надо две дозы, каждые там несколько лет делать одну, потом через 21 день, год, то есть это в принципе увеличивает бюджет 2, в 4, в 5, в 6 раз, то есть мы это понимаем, и люди, которые за этим всем стоят, что интересно, они в принципе отказываются вакцинировать себя, своих детей, они официально об этом заявляют под разными предлогами, причинами. Меня это вот, наверное, не смущает, что есть люди, у которых есть определенный план, финансовая выгода, финансовый интерес, которые настроены на контроль, на управление, на манипуляцию. Меня смущает пассивность других людей. Вы знаете, когда ты видишь вот эти кадры мамочки, меня саму так вызвали на меня полицию, когда мы с детьми, у нас были наклейки Трампа, и нас практически мы долетели, и нам запретили лететь вообще в этой гестаповской, я бы сказала, авиалинии, которая называется Spirit, просто травили ребенка, не давали ему без маски есть. Вы понимаете, то есть ребенок должен был быть есть в маске, он не мог печеньку скушать. И на нас вызвали потом полицию, и все из-за того, что у нас были наклеечки Трампа на маске. То есть нам устроили такую жесткую в самолете, потому что там я вышла в аэропорту, в прямой эфир, там у меня потух интернет, я не могла сделать, я, конечно, написала там кучу кусочков роликов, это были в записи, если найду время, смонтирую, выставлю, как интересно относятся авиалинии к простым гражданам, но с чем вышло другое, совершенно другое видео, уже таких роликов много, американка, которую снимают с самолета с двухлетним ребенком, плачущим, вы знаете, хоть один здравомыслящий человек бы встал и сказал, ребята, вы что, это вообще что происходит? Вы что, вообще не видите, как вы издеваетесь над живыми людьми? Это маленький ребенок, он не может себя еще контролировать в 2 года. Понимаешь, когда ты видишь вот эту пассивность, когда за тебя никто не заступится, и в основном проблема гитлеровской там, Германии и Холокоста в чем была? Не в том, что удалось зомбировать такое огромное количество людей, а что просто никто не мог поверить, что до такой степени все дойдет. Когда начинались карикатуры на евреев, это еще никого не смущало, и что они распространялись в церковной среде, там эти плакатики, да, против, тоже никого не смущало. И все думали, что действительно, наверное, их везут туда, там, не знаю, помыть и почистить. И никто, вот реально были единицы людей, которых мы знаем в истории, которые спасали, которые жертвовали своей жизнью, и то же самое происходит сейчас. То есть мы начинаем с пассивности, нас не смущают маски. Ну, зачем как бы выступать против? Это же всего лишь маска. Завтра это всего лишь вакцинный паспорт. Послезавтра это еще что-то больше. И ты уже становишься изолирован от общества. То есть тебя... Вот реальный случай. Моя знакомая хорошая полетела сейчас буквально несколько дней назад на Гавайи. Купила поездку, путевку, билеты. Купила билеты для своих детей в 4 человека. Им сказали, ты вот прилетаешь, что интересно, турагенты им об этом не сказали, авиалинии не сказали, они прилетают на Гавайи, им говорят, сдавайте тесты, и все, да, то есть, ну, они, конечно же, ждали, что придут результаты негативные, так и произошло, но через сутки они промучились в одной комнатном номере в отеле, никуда не выходя вообще за пределы номера, приходят негативные тесты, они звонят, говорят, все, мы можем выходить, они говорят, а нет, а по нашим новым правилам, если даже у тебя негативный результат, ты все равно должен просидеть 10 дней в карантине. Понимаете? А у людей на 7 дней поездка. И это такой бред, то есть они вынуждены брать билеты и лететь назад, потеряв все деньги, которые не возвращаются. Uh-huh. Или в Риге то, что происходит, когда ты приходишь в супермаркет на выходных, извините, ты не можешь купить женские колготки, детские игрушки или елочные игрушки, потому что вот в этот период времени они считаются опасными на выходных. Но в понедельник приходи, покупай то, что тебе нужно. Uh-huh. То есть это ты понимаешь, что это вот уже, это уже не про вирус, ребят, это уже просто не про вирус, это просто
про контроль, про управление и до какой степени нас всех можно прогнуть и опустить. И когда ты видишь вот эти митинги здравомыслящих людей, которые миллионами выходят в Германии, их опрыскивают, эти все видео скрываются, удаляются, и до нас доходит только как 10 человек, появилось где-то каких-то недалеких людей, выступило против там необоснованных карантинных мер. Да? Или когда в Калифорнии в стрип-клубе можно заказать, простите, девушку на приватный танец, и это будет не опасно, и стрип-клуб открыт, а какой-то маленький ресторанчик, который содержит семью, целую семью, которая открыла, вкусно готовит, или поход в церковь считается просто крайне опасным. То есть вот это все, если вирус, то, конечно, есть, конечно, существует. То есть кто-то там думает, о, там она не верит, что нет, я сама им переболела. Но то, что вирус и его опасность и вообще вот эти вот карантинные меры и спекуляция на всем этом в разных моментах, включая политическую, финансовый интерес, завышена, то мы это видим просто практически каждый день весь год. Как просто нас обводят вокруг пальца, а потом вдруг CDC через полгода выставляют статистику. Ой, вы знаете, все эти циферки, которыми мы вас пугали последние полгода, оказалось, что только 6% относится к ковиду, а 94% — это сопутствующие тяжелые болезни, от которых умирали люди. Ну, вот как бы вот мы посчитали, оказывается, выяснилось. И ничего страшного, что полгода нас всех с синих экранов запугивали вот этими цифрами, и люди инфаркт, извините, получали, там, не знаю, сердечная недостаточность и различные другие болезни, никак не связанные с ковидом, только потому что они реально боялись выходить из дома, реально боялись за свою жизнь. Спасибо, Лена. Я хотел спросить, вот вы упомянули уже Калифорнию. Насколько я знаю, вы долгое время жили в Калифорнии, в Сакраменто, но не так давно перебрались в Южную Каролину. Вот связан ли этот был переезд с, ну, скажем, той ситуацией, о которой говорят сегодня в Калифорнии, ну, и в большей части Соединенных Штатов, да? Или это больше такой, ну, скажем, бытовой такой переезд? Нет, совершенно не бытовой. Я, наверное, до мозга костей фанат Калифорнии, до недавнего времени я была, и вы знаете, если мне кто-то бы еще, может быть, лет 5 назад сказал, что надо будет переехать в Калифорнию в другой штат, я сказала, уехать из лучшего штата куда-то похуже, вы серьезно, вы в своем уме, примерно это у меня так расценивалось. Мне Калифорния подходила по всем абсолютно параметрам, по погодным условиям, у меня там было достаточно все хорошо налажено, контакты, блогерской деятельности, мои диджитал-маркетинги, клиенты и работа, то есть и бизнес развивался в этом направлении очень хорошо, дом был, то есть не было никаких таких предпосылок, что мне нужно было бы срочно собирать чемоданы и уезжать. Но действительно, чем больше я исследовала эту тему, вы знаете, то есть все, о чем я говорю, это же не просто как бы говорить ради того, чтобы говорить. Я действительно этим живу, я действительно в это верю, и чем больше я углублялась в эту тему, тем больше я понимала, что я больше не смогу растить своих детей, которым вот-вот идти в школу, у меня просто не будет права на своих детей. Когда с 5 лет им могут говорить, что ты знаешь, может, ты не мальчик, а может, ты девочка, давай, может быть, если там захочешь гормоны в 7 лет колоть, то мы не будем говорить твоим папе, маме, начнем, может быть, начнут оспаривать идентичность моего ребенка. Это уже есть там и в Placer County, в других county в Калифорнии. Это не это прописано, в принципе, новых curriculum, это можно делать. Я когда почитала из одной мамы, активисткой, американкой, которая возглавляет там сообщество таких родителей, следующих программы обучения, сделала с ней эфир и просто сделала еще несколько встреч, на которых она мне все показала в пособиях и книгах, это не просто там рассказала на пальцах, и когда я увидела сама, я поняла, что мне стыдно смотреть эти картинки, мне стыдно проходить эту программу в 30 лет, сколько на тот момент мне было сейчас 33, а не моим маленьким детям, которым вот-вот только идти, вот эти вот основы, кто-то мне говорит, Лена, ну что там, это все придет в другие штаты, у меня на это есть 2 ответа. Там через 10 лет будет то же самое. Я говорю, если у меня есть 10 лет, чтобы поднять целое поколение и превратить их с деток маленьких в подростков, я возьму этих 10 лет, чего бы мне это ни стоило, и с чем бы мне нужно было пожертвовать, всеми благами Калифорнии, которые у меня были. Это первый момент. Во-вторых, зачем говорить, что это произойдет, если этого еще не произошло, когда у тебя есть целые 10 лет, чтобы не совершить те же ошибки, которые были в Калифорнии, и постараться собрать здесь единомышленных людей,
и сделать все, что в твоих силах, по крайней мере, чтобы этого не допустить или эти вопросы остановить. Вот с этим был бы связан переезд, но там другие, конечно, моменты были. Скажу так, то, что я как бы делаю, даже моя, ну, блогерская деятельность, в Калифорнии, я даже поняла, что мне даже будет здесь безопасно поднимать эти темы, которые я поднимаю, так как поступали определенные угрозы, и даже были случаи, когда мне приходилось обращаться к шерифам, открывать какое-то дело, то есть это реально прямой контекст, прекрати записывать свои ролики и будешь жить спокойно. Спасибо. Леночка, я хочу тебе из скайпа задать вопросы, которые пришли, да. Но хочу повторить то, что ты сказала, мы пригласили недавно. Есть такой Владислав Соболев, он живет в Торонто, молодой человек, который поднял такое движение, называется оно «Hugs over the mask», да, объятия поверх масок. И много людей, молодежи в основном, и средний возраст, собрались в эти протесты против жестких правил, которые диктует сегодня нам правительство, да, каждой страны. И мы сделали интервью с Владиславом. Вот мы получили первый страйк, то, о чем говорил Денис, по поводу того, что мы не можем этого делать. Если мы сделаем это еще раз, это был YouTube, то наш канал заблокируют для начала на неделю. Я это увидела впервые, я не знала, что вообще такое бывает, потому что этот Владислав, он ни слова не сказал, что нет пандемии, он не сказал не носите маски, он всего этого не сказал. Он рассказывал о их движении. Что это за движение и почему оно существует. И был результат точно такой, как ты сейчас говорила. Но я хочу тебя спросить, вопросы приходят разные, Лен, поэтому я их буду задавать просто вот по очереди. Что вы думаете, Елена, по поводу гейских парадов? Как вы думаете, нужно ли это, и как к этому относитесь вы, ваша семья и ваши маленькие дети? Вы знаете... Я считаю, что у нас у каждого человека должно быть право выбора, и есть право выбора. И мне на самом деле фактически безразлично, чем человек занимается в своей спальне, в свое личное время за домом. И если это вопрос просто выбора человека, это одно. Но чаще всего гей-парады, радужные движения, это уже давно переросло из того, что вот примите нас, какие мы. Сейчас это идеология, сейчас это другое. Если ты не принимаешь нас, если ты не разделяешь наше мнение, если ты не становишься таким, как ты, то ты расист, ты преступник, ты все эти плохие, как бы злые фразы. И это фактически навязывание идеологии. Что самое интересное, люди, которые не наслаждаются процессом, они имеются в виду естественным процессом и появление детей на свет, они почему-то... не берут на себя ответственность стать родителями через естественное появление ребенка на свет. Но они готовы установить чужого ребенка взять и ему навязать. Вот они готовы у тебя ребенка отобрать и его воспитать. Почему они приходят в школы и учебные заведения? Вот против этого я лично выступаю. Я это не поддерживаю. Я считаю, что, допустим, для славянского населения это 100% чуждая идеология. Она спонсируется с либералом из США и Европы. И эти все гранты выделяются на проведение парадов, то есть отрабатывают все эти гранты. Кстати, мое видео, вот как вы говорите, да, с этой темой, это как раз было, я думаю, 2-3 года назад. Мое видео было про гей-парад в Киеве. И оно набрало где-то около 1 000 000, наверное, просмотров. Я все, что я сделала, я просто возмутилась, как правительство тиранически отнеслось к родителям, которые все, что сделали, они просто вышли с плакатами, с колясками, с детками и сказали, что семья — это мама, папа, ребенок. То есть они никого не поблевали, никого не кидали, но их дубинками просто полиция, вот эти чинуши в погонах избили, и правительство этому всему потворствовало. Понимаете, на это было так страшно смотреть. Я рассказала свой личный пример. Я показала газету, у меня есть такая газета «Сан-Франциско Хроникл», где, вы знаете, я была на обложке этой газеты. Вот как раз это был, наверное, 2008 год, когда у нас все были парады, так как такой как бы инициатор. И что интересно, я была изображена, во-первых, я приехала с мужем, никого это не волнует. Я была изображена как такой злой тиранический теткой с кулаком, которая ненавидит весь мир. А сзади меня ниши в фотографии стояли две лесбиянки, девушки, которые обнимались, и они были такие жалостные, что я посмотрела на эту обложку, я себя ненавидела, а их жалела.
но никто не видел кадр ровно минуту назад до этого снимка, да, когда-то мы возмущались просто тираническому выступлению с федеральному там судьи, либералу, а кадр до этого был, как эти девчонки пинали меня в капюшон и плевали мне в капюшон, в прямом смысле этого слова, плевали по-настоящему, толкали меня в бок, и я всегда от каждого толчка у меня как бы был такое сотрясение и переживание, как бы это кулак или это какой-нибудь нож или что-нибудь еще, вот всегда вот так, и когда ты стоял в толпе, там что угодно могло произойти. То есть вот этого всего не видели. Я считаю так, у каждого человека есть право выбор, ты можешь выбирать тот формат отношений, который есть. Но есть формат конституции страны, есть формат штатов, который выбран. И я не хочу, чтобы вы навязывали свою идеологию моему ребенку в школе. Рожайте своих и воспитывайте своих так, как вы считаете нужным. В школы приходить не надо. То есть вы детей не любите, вы этот процесс не поддерживаете, рождение естественное. Не надо претендовать на чужих детей и менять, коверкать их психику. Даже нормальные, адекватные ученые говорят, что ты не можешь в 5 лет у ребенка спрашивать, там, какой идентичности, у ребенка еще не сформировавшееся сознание. То есть это преступление против человечества, нарушение психики малыша, маленьких этих личностей, которые только растут и которым нужно сформироваться. Поэтому я выступаю крайне против извращенств, и чаще всего мы видим, к чему эти все извращенства приходят. То есть если это навязывание, то простите, не надо, оставайтесь при своем мнении, как и я при своем. Я вас ни в чем не убеждаю и не заставляю там слушать мои эфиры или как бы пытаюсь довязать свою идеологию вам. Полностью поддерживаю, подпишусь под каждым словом, Лен. Я, прежде чем перейти к Трампу и к Америке, и к выборам, потому что все вопросы касаются в скайпе этого, я тебе просто скажу, что пишет народ, который тебя уже давно любит. Лена Сорока, Лена Вау, Светлана Энгестром, Лена Сюрприз для нас. Лена Сорока, спасибо большое за такого гостя. Ставьте лайки. Эльвира Пластиков. Спасибо, Лена, умница, дай бог успехов во всем. Очень интересно и полезно, спасибо. Лен, я могу читать бесконечно, потому что дальше то же самое. Ирина Косова написала, поддерживаю вашу идею, что нельзя упускать время, надо бороться против лживой статистики, бороться почти невозможно. Единственное, что действительно пугает, это то, что вирус генно-модифицирован и мало изучен. И Лена Сорока написала, мы с мужем тоже объясняем детям, что семья – это мужчина и женщина, а у нас дети – подростки. Леночка, я вот хочу тебя спросить, есть ли какие-то, это спрашивал Вадим, есть ли, с твоей точки зрения, шансы у Трампа на победу? Если да, то почему, или если нет, то почему? Я считаю, что у Трампа, именно от Трампа сейчас, именно от этого одного человека сейчас зависит исход выборов, потому что на самом деле, сейчас New York Times напечатал такую карикатуру еще в ноябре месяце, где он показал такого разъяренного Трампа с красным лицом и крысы с красными глазами, которые разбегаются. С одной стороны, конечно, обидно, под этим подразумевались люди, которые поддерживают Трампа, адекватные родители, семьи, республиканцы. Но с другой стороны, отчасти эта карикатура и этот портал, сам не подразумевая, частично сказал правду там. Потому что на самом деле крысы бегут с корабля, это не речь не о всех людях, которые поддерживают, не о всех миллионах здравомыслящих людей, а о подставных, таких как там Барр, да, генеральный прокурор, которого меняют в Пентагоне, который меняет, и на самом деле в Джорджии губернатор и секретарь, которые сертифицировали выборы и не захотели проверять с подписями. Сейчас идет пересчет, но мы уже им не верим, понимая, как они участвовали в этих всех фальсификациях, или эти малодушные судьи уже из CNN прошла информация, уже в Конгрессе было слушание, это не конспирология, официальные данные, уже доказательства по всем этим пунктам есть, что социальные сети через платформу обменивания информацией как раз-таки говорили этот Twitter, Google и Facebook, они обсуждали, как они будут цензурировать людей, то есть на каком уровне будет цензура в плане выборов, то есть они как бы
реальный сговор с участием иностранных государств. То есть ты видишь очень много подставных людей, к сожалению, даже в лоне своих, казалось бы, с теми, на кого ты рассчитывал, они, я думаю, до определенного времени сидели. У меня даже не раз были такие случаи, там у меня был баттл как бы с одним человеком, который как бы в начале карантина призывал всех к здравомыслию, все, что там это хайп преувеличиваю, а тут вдруг мне присылают, говорит, Лен, посмотри, а это, говорит, оказался такой, говорит, волк в овечьей шкуре, в погонах, говорит, человечек. И смотрю вот эти вот все там всякие вокс-чекеры, которые службы проверки фейков, которые реально травят и закрывают всю правду, скрывают социальных медиа, работают вместе с фейсбуками, в принципе, спонсируются там демократами, эти все данные на поверхности, ты можешь зайти в любую информацию о них и это все увидеть. И этот человек сидит там, и то есть ты понимаешь, что их задача иногда делать смуту в лоне своих, просто людей до определенного мнения говорить, что ты свой, 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 вроде все правильно, люди начинают тебе верить, а потом в конце ты переворачиваешься, да, и ты полностью меняешь позицию. И люди, те, которые тебе верили, не все успеют, не у всех будет возможность прийти в себя. Поэтому Трамп очень действительно много крыс возле себя держал долгое время. Но у него есть все шансы, чтобы от этого сейчас избавиться, и чтобы 6 и 20 числа, во-первых, у него есть и возможность активировать указ от 12 сентября 2018 года, который, в принципе, дает ему право, во-первых, остановить счета, заморозить частных предприятий, таких как социальные сети, которые участвовали в подвоге и фальсификации выборов, скрывая одну информацию, показывают только другую, которая дает ему право отменить действия судов и включить военные суды и много чего. Это один такой, можно сказать, более жесткий формат. Ну и второй — это что будет 6 января. Мало кто говорит, все уже поздравили, как я называю его, недопрезидента с недопобедой, но на самом деле вот эти electoral college votes, голоса избирателей, в 7 штатах едут 2 сета голосов. То есть 2 партии голосов едет в Конгресс в запечатанных конвертах, и у Конгресса, там, у Сената и у Ассамблеи Нижней Палаты будет право после дебатов либо не принять, исключить эти голоса из подсчета, либо от каждого штата попросить по одному представителю, который будет голосовать. То есть у него на основе Конституции еще есть как минимум, то есть 2 только легальных права, которых мы знаем, но я очень надеюсь на какие-то козыри в его рукавах, которые на той козыри, что они могут скрыться в последний момент. Вот. Но, если честно, у самой тоже теряется иногда надежда. Я даже говорю людям, например, меня вот реально сейчас смутил Пенс. Вот я вам искренне говорю, я уже его практически записала в уровень предателей, когда он как бы якобы там прилюдно вакцинировался, зная, читая репорт Pfizer, читая то, что уже были летальные случаи, там 4-6 случаев, читая то, что 4 человека получили паралич лицевого нерва, читая репорты, что профессионалы рекомендуют не начинать там вакцинацию массовую до тех пор, пока репорты не придут проверенные и вот не исключатся все вот эти побочные действия, эффекты. То есть вакцина вообще абсолютно не проверена в этом плане. Это выбор человека, я считаю. У человека должен быть там доступ к вакцине, и он должен исследовать и выбирать, считает ли он правильно для себя, это для своего здоровья, но не принудиловки. И вот этот вот показательный, наверное, жест, хотя все его считают своим, таким как бы трампистом, но я боюсь, чтобы он, конечно, не сыграл злую игру как раз-таки этого 6 января, так как он будет главой Сената, и от него будет тоже очень многое зависеть в этих выборах. Спасибо, Лена. Вот вы уже не раз упомянули эту дату, 6 января. Многие наши зрители уже спрашивают вас о том, а пойдете ли вы 6 января на протестные митинги? Если у нас, вы знаете, я живу в таком месте, с одной стороны, я уже привыкла где-то быть на всех протестах в Калифорнии, потому что у нас сейчас там в Калифорнии активно идет программа свержения тиранического губернатора, который просто терроризирует Калифорнию до такой степени, что уже, я не знаю, наверное, как ни один губернатор его просто
не выносит уже, наверное, практически каждый калифорниец. Но здесь у нас так сильно и нету таких протестов, хотя они были там в центре Гринвилла. Дело в том, что у нас здесь, я проезжаю по улице, у нас практически через дом висят флаги Трампа. Никто не собирается, чтобы вы понимали, их снимать. Люди выкупают целые поля и ставят огромные билборды, на которых написано «Нет социализму, да придет Трамп», вот подобное такого. И это по всей Каролине. То есть здесь ты как будто попал в какую-то другую планету, где открыты рестораны, где тебя могут обслужить, хочешь с маской, хочешь без маски, в супермаркете, где тебе относятся до сих пор как к человеку, да, как бы удивительно это ни звучало, не как к собаке, а как к человеку к тебе относятся, вот, но мне бы, конечно, хотелось, если у меня будет такая возможность, если все сложится, где-нибудь отказаться в Вашингтон, Д.С., даже вести прямую трансляцию, показывать, что на самом деле происходит, и я считаю, что как можно больше христианских блогеров, адекватных, там, республиканских, и людей, которые за правду должны приехать туда и показать, что происходит. Спасибо, Лена. Хотел спросить еще, немного времени у нас осталось, правда, а помимо ситуации в Соединенных Штатах, вот зачем вы еще следите, за какими мировыми событиями, может быть, за, скажем, кстати говоря, вы откуда в Америку приехали? Крым. Из Крыма. Да, Крым. Ялта. Ялта родилась. Сашина землячка практически. Да. Она из Симферополя. Скажите, Лена, а вы следите ли за тем тогда, что происходит в отношениях России и Украины, что происходит в самой Украине, в Крыму, в России? Вот что у вас вызывает интерес, помимо тех проблем, которые сегодня существуют в Соединенных Штатах? Вы знаете, это, конечно... Все, во-первых, это все взаимосвязанные события. Нельзя забывать те кадры, которые предшествовали сейчас выборам, как сценарий, когда я записала, назвала свое видео, это был протест в защиту полиции в Сиэтле, и так указалось у родственников, и волей-неволей поучаствовала в этом протесте в защиту полицейского участка, мне кажется, города Федерал Вэй. Я назвала свое видео «Украинский сценарий», для Трампа или для США, как-то я так назвала. Меня, конечно, захейтило очень много украинцев, как так, что ты сравниваешь, но я провела и аналогию, это еще было до фальсификации выборов, потому что по всем предпосылкам это все было видно, когда начали вскрываться различные транши, ну, например, если мы говорим про Украину, как Байден прилетел и сидел в кресле президентском. То есть человек вот реально... Мне кажется, что иногда Обама выходил из своего кабинета, и когда он там был вайс-президентом, и просто давал ему посидеть. Вы знаете, как ребеночку дают игрушку, так он давал ему в кресле просто покататься, там, не знаю, селфи, сфотографироваться, порадоваться. Вот, потому что он, ну, давно мечтал о кресле, конечно, у него не так хорошо это все получалось, потому что он позорно проиграл первые выборы, там, своровал речь другого выступающего британца, мне кажется. Вот. И, в принципе, с треском вот попал на третьи выборы, где тоже не отличился особо, а решил еще покруче сделать фальсификацию, но отыгрывали они, в принципе, это на Украине. Но здесь и не обошлось без участия России, потому что мы пытались все эти годы, там, я не знаю, сколько судебных процессов, по-моему, только 500 исков в суд получил Трамп за последние 4 года, было потрачено было более 50 миллионов на вот это вот, на этот просто фейк фейкошный, чтобы спонсировать вот этих как бы либералов, которые пытались таким образом забирать у него как бы время и не давать ему исполнять свои обязанности и расследовать причастность к России. А если мы посмотрим немножечко с другой стороны, то мы увидим, что супруга бывшего мэра Лужкова высылала откаты для сына Байдена, для него, и приходили они именно от ее имени. То есть если эти все факты сопоставить, то мы увидим, что это такая как бы большая игра демократов-либералов не только на уровне Соединенных Штатов Америки, но на уровне как бы манипуляции в тех странах. Не просто так Зеленский поздравил недопрезидента с недопобедой, хотя в его понимании это президент. И сейчас вот тут резко вчера я только вышла в эфир и рассказала про стимулус помощи, что калифорнийцы должны, вернее, не калифорнийцы, американцы должны получить помощь от государства. И опять либералы решили раскошелиться, выделить там миллиарды средств, среди которых
по целых $600 они решили выделить американцам. Но если ты посмотришь, то среди помощи под помощью американцам для ковида там более, по-моему, 74 миллионов, там такое дребедение, например, исследование, борьба с азиатскими карпами там, в какой-то части океана, потом исследование опасности падений деревьев, то есть вот процесс падения деревьев, потом это продвижение, на минуточку, гендерной политики, мне кажется, в Пакистане. Понимаете? То есть каким образом это имеет отношение к помощи людям, которые потеряли бизнес, потеряли работу? И то же самое, там есть стимул успеха для Украины. Я считаю, что Украина таким образом, конечно, молодец, поздравили недопрезидента, отработали грантики и заслужили какой-нибудь очередной гей-парад в центре или, может быть, какое-нибудь собрание педофилов, простите. Спасибо, Лена. Боюсь задавать этот вопрос, но все-таки его задам. Ваше отношение к Крыму? Многие спрашивают, просто Крым наш? Да, ну, смотря, что подразумевать под этой формулировкой, де юре, де факто, или как относиться. Ну, скажу так, что здесь, опять же, не обошлось без Байдена. Недавно, исследуя все эти моменты, я поняла, что прямое лицо, которое участвовало в отжиме Крыма, это был Байден, потому что Лужков много лет, за что он, в принципе, был невъездным в Украину, там он излагал такие мысли, что надо бы как бы Крым прибрать себе, забрать себе, и неплохо бы это сделать в ближайшее время. Но вот эти вот как бы кланы там войны Путина, Лужкова, эти постоянные разборки на этой политической арене, я думаю, что это была как бы большая игра, где каждый получил свой куш, который ему нужно. Вы знаете, не так давно я общалась с одними людьми, которые непосредственно имеют прямое отношение к политикам, самым высоким политикам Верховной Рады. И мне сказали так, говорит Лен, чтобы завязать войну на Востоке, вопрос, знаешь, сколько, есть цена этому вопросу, знаешь, сколько стоит этот вопрос? Я говорю, сколько? 15 миллионов долларов. И все закрыто, все разборки, все завязано, все сделано. И ты понимаешь, когда у человеческой жизни есть цена, тебе, конечно, от этого ты даже не можешь понять просто, насколько это большая игра политика, и как в нее играют такие огромные гиганты. Как по мне, не очень хороший сосед, который использовал вот эту всю ситуацию с Украиной и забрал часть чужой территории, но, с другой стороны, поверьте, это не обошлось без тех людей, которые были без власти в Украине, потому что, приехав в Крым на тот момент и участвовав, об этом мало вам кто скажет, потому что я вам скажу, как крымчанка, которая много лет жила в Крыму и которая еще маленькой девочкой. Я очень, кстати, отношусь хорошо, например, к татарам. У меня много друзей татар. У меня сына зовут Ринат, мне нравится это имя, например, хотя у него какие-то восточные нотки есть, но по национальности он не имеет отношения. Но я помню еще маленькой девочкой, когда ты проезжаешь там с Ялты в Алушту, и стоят смертники, ну, в смысле, в жилетах смертников, и говорят, вот этот кусок территории должен принадлежать нам, и ты ничего не сделаешь. Ты маленький ребенок, который едет на какую-то там олимпиаду, на троллейбусе, на автобусе, все останавливается. То есть у нас всегда было такое как бы отношение, мы знаем, как в свое время, простите, многие из этих людей, у них были подставные там личности или как бы люди-предатели, как и в каждой, в принципе, нации они есть, которые сдавали там и Гитлеру тропы, да, в Крыму. Мы это все как бы знаем, понимаем. То сейчас, разговаривая с людьми, разговаривая с моими родственниками, которые там живут, друзьями, они говорят, Лен, не очень хороший знак был, когда сюда ехали эшелоны, и когда военные части открылись и вооружили людей. И, говорит, татарскому населению пообещали определенные квартиры и пообещали, что эта часть будет ваша, если успокоите, угомоните людей здесь. То скорее люди, вступая в, скажем так, участвуя там в референдуме, голосуя, они действительно голосовали в большинстве своем за Россию, как я вижу, по всем, даже по опросу, не все, но какой-то значительный процент. Но это было не от большой любви к России, а это было из-за страха сохранить свою жизнь, из страха того, чтобы просто твоя семья завтра не была убита и какими-то
не знаю, тетушками или анархистами, как мы видели здесь в Америке, да, их выпускают на улицы, и все, они громят витрины магазинов, убивают мирных граждан, и ничего им за это не бывает. На следующее утро или даже в тот же день их выпускают с полицейских участков, потому что боятся, что вдруг это будет расценено как расизм. Леночка, вот Майк Зоткин написал, это последний рубеж обороны для нашей свободы. Смотри, у тебя растут дети, два мальчика, да, я так понимаю, Леночка? Мальчик и девочка у меня. Мальчик и девочка. Мальчика зовут Рената, девочку. Да, Марта. Марта, вот смотри, Ренат и Марта еще малыши, им сейчас 4, да? Uh-huh. Вот у меня тоже есть дочь и есть уже маленькая внучка, которая всего 8 месяцев. Я с ужасом думаю, с ужасом, Лена, вот у меня мороз по коже, как будут жить во всем этом наши дети? Что мы должны сегодня все сделать? Вот сейчас я не помню, кто из зрителей и слушателей написал, что, по-моему, Лена Сорока, что она живет в Оттаве, и она тоже ищет людей, которые хотят противостоять всему этому ужасу, и она их не находит. Лена, что нам делать всем для того, чтобы остановить эту трагедию ради наших детей? Я уверена, что мы сейчас должны использовать это время с пользой. Мы должны сейчас объединяться. Да, понятно, что нас блокируют, там, Stop the Steal группа американцев, которая за считанные часы собрала 647 тысяч подписчиков, считанные часы, и содержала в себе тысячи фактов фальсификации. Люди просто выкладывали скриншоты со своих страниц, где они проверяли свой голос, и было видно, что они там не голосовали, или голос был не учтен, и очень много других фактов выкладывали видео, которые они лично снимали на постах. Их сразу снесли, эти группы. Нам нужно идти на страницы, которые не цензурируют, можно сказать, на данный момент. То есть есть такие страницы, например, Parler, MeWe, Rumble, BitTube, потом американцы сейчас, такие достаточно адекватные правозащитники, создали Epoch Time, и они сейчас создают свою социальную сеть. То есть на данный момент, даже тот же Telegram, на удивление, там, по крайней мере, ни один мой пост на разные темы, даже самые такие радикальные, все, что сносит YouTube, Facebook, не удалялся. То есть там создавать комьюнити, объединяться, обмениваться телефонами, информацией, мейлов, то есть насколько это возможно, собирать единомышленников, объединяться в организации и, соответственно, легальными конституционными методами это делать. На самом деле сейчас у нас, я хочу сказать такую вещь, что решается ход истории, потому что мы не просто выбираем президента на ближайшие 4 года. Если бы это было только об этом, кто-то говорит, ну, какая разница, 4 года пройдет, и все, потом есть шанс выбрать по-другому, но когда ты понимаешь, как приходит или как хочет прийти этот человек, с какими фактами фальсификации, тысячи аффидевитов, сотни тысяч сворованных голосов, и ты понимаешь, что у тебя просто может не быть этих 4 лет потом. То есть что они хотят? Они хотят, чтобы на ближайшие 70-80 лет, это их такая цель, никогда республиканцы даже не попали к власти. Они хотят сейчас перевернуть места в Джорджии, 5 января будет голосовать, и последние 2 места решаются, 2 кресла отдаются в Сенате. Если их займут либералы, то будет 50 на 50 голосов. То есть это практически нереально будет остановить какой-то законопроект. Другой момент, они хотят поменять судей. На данный момент в Суприм, в Верховном суде 9 судей. Они говорят, их должно быть как минимум 25, то есть поставить туда своих людей. Они хотят там округ, Колумбия, добавить еще 2 штата, чтобы их было 52, чтобы суметь переворачивать либерально любые выборы голосами. То есть фактически они говорят, вот это вот пункт вот этой в Конституции нам неприемлем, его надо переписать, его надо убрать, и написать Конституцию, которая столько лет защищала граждан, защищала их свободу, свободу слова, свободу вероисповедания, на чем, в принципе, Америка стала великой, да, хотят просто уничтожить и удалить в дребезги. И решается реально наша судьба, серьезно. Судьба того, что мы не сможем вообще верить в то, что когда-то мы сможем еще поучаствовать в честных выборах. И от этого зависит даже вера других стран, других людей, потому что когда ты там ты смотришь, как в СНГ могли подтасовать выборы, и ты думал, точно не в Америке. Ну, в Америке такое нереально круто, мы в такой стране живем честно, здесь все так прозрачно, все так чисто. И когда ты стал свидетелем такого мирового заговора, и это не то, что
ты поверил каким-то твитам Трампа, да? Давайте уберем вообще как бы его как личность. Я лично помогла в своем окружении, среди своих друзей и подписчиков оформить 500 заявок с фактами кражи голоса. От смешного. Когда человек был в Украине, он возвращается, за него уже проголосовали. Когда семья одна, 5 человек, и 3 голоса украдено. Просто написано в системе, что они не засчитаны, что не сверены подписи. И это такие как бы случаи, или когда умерший отец проголосовал, да, за Байден. То есть это... Лично ты сталкиваешься с этим, вот лично ты человека знаешь, человек показывает тебе скриншот, ты ему помогаешь заполнять факт там, кражи голоса на сайте, и ты понимаешь, что это не просто единичные случаи, это реально массовые факты фальсификации. Да. Лена, спасибо вам огромное за время, которое нашли. Честно говоря, очень было приятно познакомиться и действительно очень интересно. Скажу откровенно, не ожидал. Вот, ну, немножечко, знаете, как-то вот в моем представлении, вот когда вот начинают хаять Америку, да, вот, ну, сегодня это популярно, сегодня многие это делают, но вот послушав вас, действительно, абсолютно, не то чтобы у меня было какое-то предубеждение, да, но вот искренне говорю, очень удивлен, и огромное вам спасибо, и действительно было здорово просто. Просто приятно общаться с действительно по-настоящему умным человеком. Спасибо вам огромное. А Денис, спасибо. я хочу добавить, Лена, когда этот умный человек еще молодая, красивая девушка, тут вообще много вопросов возникает. Вдвойне, конечно, конечно. Скажи, пожалуйста, Лен, завтра Рождество, да? Как Да. Марта и Ренат будут отмечать Рождество со своими родителями? Есть ли у тебя для праздника настроение? Скоро Новый год. И как ты думаешь, Леночка, справимся ли мы, общество честных и порядочных людей, желающих жить в свободном и красивом обществе любой страны, с этой бедой, которая есть сейчас перед нами всеми? Нас пригласили в... Во-первых, хочу сказать, Денис, Александра, огромное спасибо за приглашение. Мне очень приятно, на самом деле, честь вот, вещаться на вашем канале, на вашей радиостанции. Насчет Марты и Рената, хочу сказать, что они завтра нас пригласили в гости. У них вот это Рождество настоящее чудо. Во-первых, они к нам приехали в гости бабушка, дедушка, которые они очень любят. Во-вторых, у них появилась елка, хотя мы переехали, мы до сих пор еще не можем из-за вот этих всех карантинных мер, мебель очень долго идет, и не можем до сих пор дождаться свой стол. У нас пока еще нету обеденного стола, но зато у нас есть елка, и у нас появился кот. Самое главное. Вот, да, кот у нас есть, поэтому у нас есть самые главные атрибуты Рождества, чтобы сделать дом веселым и счастливым. А по поводу вот этой ситуации, вы знаете, я всегда задаю себе этот один и тот же вопрос. Иногда кажется, ну все плохо, ты ничего не можешь сделать. И я всегда прихожу к одному и тому же выводу, что нужно делать то, что по силам тебе, одному человеку, вот мне, Елене, не пытаться заставить или отвечать за жизни других людей. Что я могу сделать? Что в моих силах, в моем времени, в моих ресурсах, что я могу посвятить? И я в первую очередь несу ответственность за жизнь, за будущее своих детей, за будущее своей семьи, чтобы мне потом не было мучительно больно, что я посвятила, возможно, ресурсы, время, что-то временное, да, что приходит, уходит материальное, но не вот в ценное, то, что действительно сможет принести добро, какое-то благословение и созидание нашему миру и другим людям, которые нас окружают. И если каждый будет нести маленькую ответственность, то эта маленькая ответственность будет превращаться в огромную машину единомышленников. Чаще всего просто не хватает, наверное, единства и маленькой поддержки друг друга. Так что всем всего вам доброго. И, наверное, хотелось пожелать, чтобы в это Рождество вы нашли человека, которому просто пожелали каких-то добрых слов или сделали, может, что-то доброе и светлое. Потому что темного было очень много в течение этого года. Но хочется, чтобы частичка света и тепла от каждого из нас исходила. И даже на расстоянии, возможно, мы не можем сейчас все видеться и так часто встречаться или пересекать границы, но в режиме виртуального времени мы все можем подарить кому-то приятные слова в сообщениях или в голосовом сообщении или в видеоформате и тем самым изменить чью-то жизнь к лучшему. Я собираюсь это сейчас сделать. Лена, я не мужчина, и ориентация у меня традиционная. Я могу тебе сказать, ты без сомнения украшение любой компании, любого общества, любого эфира. Я в этом только что убедилась. Спасибо тебе огромное. Спасибо огромное. Спасибо и с наступающими. Пока.
Друзья, ну вот таким интересным, на мой взгляд, получился наш сегодняшний эфир. Действительно, Елена Никитская, ну, честно говоря, не ожидал я вот действительно настолько, скажем, самозабвенной, да, вот веры в то, что она делает, действительно искренне именно, да, то есть не просто вот, скажем так, ну, как это иногда встречается, ради хайпа, ради контента что-то делать, а именно действительно вдумчиво, очень-очень интересно. Кстати говоря, вот я хотел уж, ну ладно, последний комплимент для Лены. Наша зрительница написала: «Даже Леон Вайнштейн симпатизирует Лене». Вот такой вот комплимент. «Даже Леон Вайнштейн». Вот, друзья, ну, спасибо вам огромное за вашу активность, за ваши вопросы, за то, что нас смотрели, ставили свои лайки. Хочется пожелать вам всем тем, кто ложится спать, спокойного сна. Ну, а, скажем, нашим уже радиослушателям завтра не забудьте настраиваться на 8 часов утра на наш утренний эфир на 96.1 FM, а также в Фейсбуке и на Ютубе. Вечернего эфира у нас завтра уже не будет, потому как Крисмас Ив, все будем мы уже отмечать Рождество, но утром мы в эфир все-таки выйдем. А я никогда, Денис, не видела ни под одной передачей такого количества комментариев, сердечек, цветочков, лампочек, которые вы получили сегодня, когда наша гостья была Елена Никитская. И вы спрашиваете, будет ли Лена еще у нас? Ну, я от нее точно уже не отвяжусь, потому что заполучить такую гостью – это действительно подарок. Ну и всем, кто писал, я всех, конечно, назвать не смогла, но огромное спасибо. Ставьте лайки за такой эфир, колокольчики. Подписывайтесь на наш канал для того, чтобы мы могли приглашать чаще таких гостей и доставлять вам удовольствие. Всем пока, друзья. Спокойной ночи. А вы знаете, что пенсионный фонд в Великом Устюге присвоил Деду Морозу звание «Герой сказочного труда»? Заходите на сайт Русского ТВ и ТВ.нет, чтобы узнать множество интересных фактов о Новом Годе и, конечно, чтобы встретить его правильно. И ТВ.нет – официальный партнер всех центральных каналов. А значит, с нами ваша новогодняя ночь пройдет в лучших традициях. С наступающим вас!